Так, друзья, добрый день. Всех приветствую. На площадке у нас немного человек. Гость Валентина, да, Володя и Ольга. Это не важно, сколько человек у нас на площадке, на дневной, тем более у нас дневная площадка. Это... Давайте проверим с вами звук. Кто-нибудь поставьте в чате плюсики или там, или как... чтобы было понятно, что все ли со звуком в порядке. Коллеги, кто умеет чатом пользоваться, нет, там есть такой флажочек, и там что-нибудь надо написать. Да, плюсики есть, Валентина есть. Окей, значит, все, запись у нас включена, Ольга есть тоже, хорошо, спасибо. Спасибо большое, запись включена. И смотрите, коллеги, друзья, партнеры, у нас площадка переобразуется, я имею в виду Мирополис сам, да, он будет лучше, становится лучше, лучше и лучше, поэтому не все четко работает, не все всегда хорошо действует, и не всегда презентация загружается. Вот в этот раз я с технической поддержкой тоже пытался загрузить презентацию, она не загружалась, поэтому я сегодня буду демонстрировать экран. Скорее всего, когда буду демонстрировать экран, то видео мое, наверное, скорее всего, уйдет. Поэтому сейчас мы будем экспериментировать на нашей как-то временной площадке. Да? Сейчас я включу демонстрацию экрана, найду свою презентацию, и должно быть все в порядке, и у вас должен быть экран на... Так, значит, себя нужно посмотреть, коллеги, есть ли у вас экран, включен ли у вас экран. Напишите кто-нибудь в чате, поставьте плюсики, видите ли вы на экране презентацию. Ольга, вот Валентина, я смотрю, вы самые активные у нас. Видите ли вы, потому что я сам себя, как бы себя, у меня мое видео, оно ушло. Так. Угу. Все видно, да, презентацию видно. Хорошо. Я сейчас дальше буду перещелкивать. Вот. И мне нужно от вас обратную связь. Видно ли и щелкается ли? Вот сейчас встала. Почему-то сейчас, секундочку. Еще раз, вот, коллеги, кто у нас? Да, все видно. Переключается. Отлично. Спасибо, Ольга, за обратную связь. Тогда я буду переключать до конца, и меня не, пока временно не видно, но тем не менее будем, пока Мирополис обустраивается, пока Мирополис приходит в круги своя и делает нам хорошие вещи, мы вот в таком моменте будем работать. Да? Хорошо. Значит, те, кто меня не знает, и те, кто будут смотреть в записи, меня зовут Волков Владислав. Сегодня мы вещаем через нашу временную такую площадку, пока Мирополис меняет свои параметры. Мы вот на этой площадке. Не всегда на площадке все хорошо, но тем не менее, спасибо за то, что есть возможность выйти из положения и прочитать презентацию. Меня зовут Волков Владислав, я закончил технический университет, инженер-механик по образованию. Руководитель SkyWorld Community с 2015 года. Хотя о проекте я узнал в 2011 году, когда в Санкт-Петербург вместе с Ириной Волковой, моей супругой, мы пригласили Жака Фреско. Это футуролог такой, инженер с большой буквы. У него очень много всевозможных разработок и всевозможных действий в этом направлении. Он... В планах было его реализовать проект «Венера». Есть такой прекраснейший проект, он существует. Почему есть? Потому что на сегодняшний день этот проект продолжает его супруга. И этот проект прекрасный, проект «Венера», но не о нем сейчас речь. Мы пригласили его тогда, 96-летнего, в Санкт-Петербург, он привез...
свой проект, был доклад в гостинице «Октябрьская», кто знает Санкт-Петербург, это площадь Восстания, хорошая старая гостиница, там было 1500 человек. И вот во время презентации и во время проведения этой конференции, там было порядка 2000 человек, это был 2011 год, я и Ирина, мы первый раз узнали о проекте Skyway. Хороший проект, прекрасный проект, но тогда он у меня не срезонировал, не перещелкнулся переключатель, как говорят наши электрики, а переключатель этот перещелкнулся в 2014 году, когда мы сидели, Владимир Маркович Маслов, еще коллеги Лариса Артамонова, тогда она была в совете правления, еще Инета Анжана, Ирина, я и еще несколько человек. Мы сидели у Владимира Марковича за столом на кухне. Как это всегда говорят, рождается все на салфетке. Вот, то есть, вот тогда у нас перещелкнуло. Выражение Анатолия Юницкого, Анатолия Эдуардовича Юницкого, система Skyway оптимально, эффективно и безопасно, это на сегодняшний день стало уже, я бы сказал, так явью, потому что Анатолий Иванович всегда об этом говорит, что именно эта система предварительно натяженного состояния струн, она оптимальна и, как это сказать, по безопасности тоже, она безопасна, естественно, однозначно, потому что она выходит на второй уровень. И, естественно, эти фотографии старые, вы их наверняка уже видели, но мне они очень нравятся. Как раз образ показывает оптимальности и эффективности нашего вида транспорта. Конечно, это не очень подходит к нашему виду транспорта, но я всегда обращаю здесь внимание на анкерные опоры из берез. То есть, когда именно в те годы, в 1887 году люди уже задумывались об экологии, о том, чтобы внизу земля оставалась в первозданном виде. Ну и, конечно, следующая фотография 1920 года, когда эта же технология, ну, в кавычках, эта же технология наша, использовалась при, значит, в аттракционе в Германии. Вот такой был аттракцион водный, но тем не менее по безопасности, смотрите, безопасность была соблюдена, то есть машина выполнила свой, как это, путь, то есть машина двигается именно по преднатяженным струнам. Поэтому, когда Анатолий Дадович говорит, что, друзья, ну ничего не нужно придумывать, когда я задавал Анатолий Дадович вопрос, первый самый, когда я узнал об технологии, и Анатолий Дадович тогда сказал: Владислав, ничего не нужно придумывать, наши деды и отцы все придумали уже. Единственное, что нужно было сделать, это собрать все воедино, математику, сопромат, физику и всевозможные вещи все вместе. И получился вот этот наш прекрасный вид транспорта Skyway. Да? Но на сегодняшний день мы его называем инновационная струнная технология или струнные технологии Юницкого. И спасибо большое Анатолию Дадовичу за то, что даже вот в его сегодняшнем как бы состоянии, можно сказать, не мальчика, он все-таки выделяет большое количество энергии для того, чтобы нашу технологию продвинуть, да, продвинуть, и это ему у него получается, естественно, конечно, вместе с нами. Вот. Далее, идем далее. Сейчас я зайду тоже еще, здесь у меня еще один аккаунтик, где я наблюдаю. Друзья, дайте мне обратную связь. Да, ага, вижу. Так. Все, теперь я включил второй экранчик и вижу и себя, и вот теперь я могу как бы все четко просматривать и отслеживать. Хорошо. Великолепно, супер. Вот так мне больше нравится, потому что я тогда вижу себя и могу дать вам обратную связь по всем параметрам. Хорошо, возьму себе на вооружение. Так, 2001 год. Это же самое подтверждает
естественно, наш полигон в Озерах, который был, если вы помните, те, кто не помнит, не знает, возьмите себе на это на вооружение. 2001 год, наш прекрасный дедушка Ю-21, ЗИЛ-131, но здесь нужно обращать внимание не на ЗИЛ, друзья, коллеги, партнеры, здесь нужно обращать внимание на, путевую структуру. То есть путевая структура в этом случае испытывалась, 150 метров длина была, 15 метров высота. Естественно, губернатор Московской области, вы видите большое количество людей под именно в тот момент, когда происходили испытания. И мы знаем из истории, что даже сам Анатолий Эдуардович для того, чтобы доказать качество и уверенность в путевой структуре, он встал под как раз проходящим над ним ЗИЛом, 15-тонным нагруженным аппаратурой измерительной и всевозможными приборами, которые измеряли и делали, фиксировали данные. Но здесь мы испытывали путевую структуру, то есть мы ее испытали по разным причинам тех лет это не состоялось, но тем не менее большое спасибо, потому что мы здесь получили очень колоссальный и большой опыт и много патентов, кстати, и много всевозможных вещей, которые мы использовали дальше. Реально, на сегодня реальность нашего вида транспорта такова, как вы видите вот на этих слайдах. Это как раз реальные фотографии действующих моделей транспортных средств струнного транспорта Юницкого. И обращу внимание на левую верхнюю фотографию. Это как раз наш, можно сказать, такой флагман. Да? Это VIP-приготовленная машина. VIP для, ну, можно сказать, бизнес-класса, вот так. Не можно сказать, она и есть бизнес-класса. Она не простая машина, она очень сложная машина, исполненная специально для климатических условий вот Арабских Эмиратов. То есть жарко, песок, ветер вместе с пылью и так далее, и всевозможные вещи, те, которые происходят именно в этой стране. И вы знаете, качество, я не знаю, кто-то был внутри, нет, не довелось, наверное, но в любом случае доведется. Качество внутренней отделки, вот мы с Евгением Кудряшовым на фотографии, как раз нам повезло. Мы у нас на заводе мы были с экскурсией, приехала экскурсия из Вьетнама, и мы с ними как раз впервые самые увидели эту машину, когда она еще стояла прям непосредственно в цеху. То есть в цеху, можно сказать, в упаковке была, сверху был целлофан сняли именно специально для нас, чтобы мы посмотрели эту машину. Но, правда, была дана такая директива, чтобы не фотографировать и не снимать, но не успели эту информацию донести, потому что Вьетнам – это, если вы знаете, туристы, это сразу селфи, фотографии, сразу выкладывание, все это в интернет. И вся эта полностью информация пошла в интернет, что-то смогли убрать, что-то нет, ну, тогда это было немножко как бы такой фурор. Но, тем не менее, качество очень хорошее, отменное. Я даже искал там, везде смотрел, где бы какие закорючки еще, так выдвигал всевозможные столы, вот вы видите под телевизором, там стол выдвигающийся и так далее. Все работает очень хорошо, работало и работает. И, конечно, качество, ну, как бы, знаете, как это, качество умиляло, вот так, и был, я был такой, гордость такая внутри была, вау, неужели это мы сделали, неужели как бы мы такое можем действительно делать, а на самом деле мы такое можем, и мы это уже производим. И когда машина эта запустилась, и когда эта машина стояла, еще не было, вот в красном, если вы видите, вот такой системы, это специальная система обдува рельс, или такой, как сказать лучше, система, ну, чистки рельса, что ли, да, получается, их 4, 2 с одной стороны и 2 с другой, то есть с каждой стороны происходит очистка специальной системой рельса по мере движения, по мере скорости набирания машины, то есть машина сбавляет скорость и, соответственно, система тоже сбавляет свои обороты, дабы не приносить дискомфорт сидящему внутри человеку. Понимаете, насколько продуманная и насколько серьезная машина, которую мы с вами произвели. То есть машина настолько качественная и хорошая, что она того стоит. Конечно, нельзя
не обделить вниманием наши и следующие модели, которые вы видите на этом слайде, реальные, кстати, модели, реальные фотографии, действующие модели, уже прошедшие сертификацию и демонстрацию в нашем экотехнопарке. Те, кто не знает, экотехнопарк в Мариной Горке – это наш демонстрационный сертификационный полигон. Да, мы его начали строить с 2015 года. Те, кто знает, уже бывалые, и те, кто давно в проекте, об этом знают. Это красивейшее место, 60 километров от Мариной Горки, 60 километров от Минска, деревня Марина Горка. Нам там выделили землю, 36 гектар. Это был старый, бывший полигон, военный полигон для испытания танков. Заброшенное место было. Найдите, если для кого-то интересно, есть в YouTube великолепное видео, как это все начиналось и что там было, и что сейчас. На сегодняшний день, конечно, там красота. И на сегодняшний день мы имеем 7 трасс, на которых 4, 5 из них действующих. И шестая, седьмая трасса достраивается, я дальше покажу, какие они и что они из себя представляют. Качество, вот еще раз показывает, видите, Анатолий Дадович даже с удовольствием, он очень долго сидел в этой машине, как, перед тем, как ее отправляли в Арабские Эмираты, и, естественно, как бы его состояние было видно на лице. И это очень радует, потому что когда сделанное дело доводится до конца, и оно действительно хорошее, то самочувствие и энергии приходит намного больше для того, чтобы реализовать еще, еще и еще. Это очень важно, кстати, друзья, это очень важно во всех делах, не только в нашем проекте, но и в ваших личных, ну и у меня тоже. То есть очень важный момент. Остановлюсь на... Для тех, кто будет смотреть это в записи через YouTube, остановлюсь на нашей путевой структуре. На сегодняшний день мы имеем вот 3 основные путевые структуры, да, которые мы используем. Самая верхняя, первая – это полужесткая путевая структура. Вторая – это жесткая путевая структура. И третья – это провисающая. Есть у нас еще и четвертая, да, четвертая вот с левой стороны, колтюбинговая труба вот такая. Это вот для такого маленького юнивинда. Но сейчас мы остановимся на этих трех, на самых трех основных. Потом перейдем к той маленькой, она мне тоже очень нравится. Первая путевая структура – это, видите, анкерные опоры, черненькие такие вверх стрелочки – это анкерные опоры. Расстояние между этими анкерными опорами 50 метров. Эта путевая структура предназначена для передвижения нашего транспорта со скоростью 150 км в час. В подвесном варианте, только в подвесном варианте. Поэтому ее использовать можно в городах, между городами, в разных местах, там, допустим, всевозможных возвышенностях, но с уклоном не более 12%. Вот. Уклон больше 12%, горный вариант у нас есть, тоже в YouTube можно найти видео, когда Михаил Кириченко четко рассказывает, под каким углом и как мы можем построить путевую структуру нашу, но тогда уже наша машина, наша техника будет индивидуально изготовлена именно для этого уклона. То есть для большого уклона более 30-50 градусов машина должна быть индивидуально изготовлена. Возможно ли это? Отвечаю, да, возможно. То есть первая путевая структура для легкого вида транспорта, городского, подвесного, с промежуточными опорами в 50 метров. Вторая трасса – это уже более тяжелая, такое, можно сказать, артиллерия наша, да? Здесь мы можем использовать и подвесной, и навесной вариант, то есть как сверху, так и снизу. Но, что самое важное, именно вторая путевая структура, она используется для высокоскоростной машины. То есть мы знаем, что у нас высокоскоростная машина, да, готова, это 500 км в час. Она испытана полностью, она находится в экотехнопарке в Мариной Горке. Но нам на сегодняшний день осталось построить путевую структуру для нее. То есть нам нужно для разгона, торможения и показа скорости в 500 км в час 22 км. В прошлом нам выделили 17 км. Этого, конечно, недостаточно. Я бы даже сказал, что не 22, а 25. Реально 25 км.
на сегодняшний день в этом направлении Анатолий Эдуардович работает, и дальше я скажу об этом. Еще же эта путевая структура, вторая, именно вторая, вторая путевая структура у нас произведена в Мариной Горке, но она облегченного вида, такая легкий вариант, до 10 тонн. Поэтому машину мы, Unicont, я имею в виду, можем использовать. Дальше я скажу, что такое Unicont для тех, кто первый раз. Но это контейнер, для контейнерных перевозок машина сделана специальная. Вот. Но на этой трассе мы машину, саму машину без контейнера испытать можем, но уже машину с контейнером на этой трассе нет. Мы не можем, поэтому в Арабских Эмиратах строится специальная трасса, которая вот как раз может и будет использована для того, чтобы протестировать нашу машину Unicont вместе с контейнером. И третья путевая структура – это провисающая. Она мне очень нравится, потому что она такая, знаете, как всемогущая такая трасса, потому что от анкерной опоры, вот видите, стрелочки черные такие, от анкерной опоры до анкерной опоры мы можем растянуть расстояние, и это очень всем, кстати, очень большое преимущество и очень плюс такой большой при разговоре. Вот последний у меня разговор был с Министерством транспорта в Питере. Они спрашивали возможность перейти через Неву. И в Бельгии, когда мы были в порту тоже, в Антверпен-гавань, там у них тоже Шильда, есть такая река Шильда, 900 метров, почти километр. И у них первый вопрос был, можем ли мы перешагнуть. Можем. Именно с этой путевой структурой мы можем шагать. Желательно бы, ну, максимально, я скажу так, максимально 7 километров, но реально 5. 7 мы тоже можем, но тогда нам нужно будет в нашу путевую структуру, именно в наш рельс, заливать еще специализированный цемент с определенными добавками. До 5 километров это возможно. То есть нам, ну, я думаю, что до 5 километров это даже реально. Я думаю, что даже вот если брать Индонезию и с ее вот этими всевозможными большим количеством островов, то самое большое расстояние между островами у них, по-моему, по данным 2 километра, 2,2 километра. Поэтому то есть, это вообще, ну, то есть это для нас реально. Вот. И вообще я не видел расстояния такое, чтобы шагнуть больше 3 километров. Мы же заявляем 5. То есть мы идем в этом направлении очень хорошо и реально. Смотрите, в середине это как раз та трасса номер 2, жесткая, где мы испытываем подвесной и навесной вариант. С левой стороны это колтюбинговая труба, и с правой стороны это еще новые трассы 6-7 строятся и уже приводятся в надлежащий вид. И вот как раз этот маленький колтюбинговая труба, это, можно сказать, четвертый вид путевой структуры, облегченный для Univinda. И именно в этой путевой структуре у нас показана простота, дешевизна. И, конечно же, нельзя не влюбиться в эту путевую структуру, потому что она какая-то такая легкая, светлая. И возможно, что в мегаполисах, и она, конечно, по цене еще дешевая, возможно, что в мегаполисах, в труднодоступных или в исторических местах, где не нужно ставить там большие опоры, можно поставить вот именно такую опору облегченную и на этом Univinda двухместном прекрасно переместиться, перемещаться и двигаться. Вот, допустим, как если взять в Бельгии город Гент исторический такой, они внутрь не пускают практически никого. И если вот с таким вариантом, то, конечно же, такой вариант подойдет, это точно, однозначно, потому что он не меняет ландшафт и рельеф тех строений 16-17 века. Очень красивые у них, конечно, здания там, если кто не был в Генте, в Бельгии, очень красивый город. Вот, и вот новая как раз путевая структура, на которой мы показываем, кстати, отработано. Представляете, вот сколько отработано всех вещей для того, чтобы на рынок выйти качественно. И те бизнес-партнеры, которые сейчас приезжают, я дальше об этом скажу, они, конечно, удивлены проделанной работе за короткий срок, потому что они понимают, что значит за такой короткий срок поднять такую технологию. Я дальше об этом скажу. Именно в этом варианте, вот я хотел обратить внимание, стрелочками показано, мы здесь ушли от сварок,
от сварки сварочного элемента, то есть мы перешли на болтовое соединение. Помните, тот, кто знает Питер, тот, кто знает мосты питерские, наш Петр Первый прекрасно все мосты, сделанные до сих пор, стоят по 200 с лишним лет на болтовых соединениях, на заклепках. То есть клепали и болтовые соединения, то есть деды наши сделали технологию, технология вела потрясающе. Не нужно никуда ходить. Анатолий Леонидович, еще раз повторяю, все за нас придумали наши деды. Поднимите литературу, изучите сопромат, математику, физику и все, что нужно изучить для этого дела. Соберите все вместе, и получится наш SkyWay. Все как, все вроде бы просто, а на самом деле не так-то и просто. Но эту информацию собрать надо. Болтовые соединения. Как раз здесь показываем. Это вариант по ГОСТу, можно сказать так, Арабских Эмиратов. Поэтому мы перешли и делаем эту трассу именно у нас, для того, чтобы тоже ее здесь полностью конкретно испытать. Что значит испытать, чтобы вы понимали эту трассу, допустим? Ну, делаем мы эти трассы. Что значит испытать? Да машина там ходит денно и ночно. Специальный специалист приезжает из Минска, 60 километров, именно в Марьину горку, и там испытывает машину. Я сам лично присутствовал с человеком, который решил посмотреть, там бизнес-человек. И мы видели Unibike, пока мы ходили, Unibike ездил туда-сюда. И наконец его инженер остановил. Я говорю: слушайте, а нельзя нам вот прокатиться? Он говорит: вы знаете, Владислав, нет. Он останавливается, открывается дверь, а он полностью от пола до потолка забит мешками с песком. Я его спрашиваю: слушай, Дмитрий, а что это такое? Он говорит: а это по техническим нормам мы должны накатать. И они нагрузили его не как положено, допустим, 2 тонны, а они нагрузили его 3 тонны, то есть они превысили максимальный, и мы, говорит, его катаем туда-сюда денно и ночно, пока он не накатает там 10, 15, 20 тысяч. Вот о чем. Вот о чем идет речь. То есть это испытывается путевая структура, это испытывается наш мотор, колесо и все, что там связано, электрическая система, всевозможные агрегаты, и еще испытывается машина сама полностью, и все вместе с этим связанное. То есть мы испытываем здесь все вместе, то есть 3 в одном получается. А хочу обратить внимание еще на сложность. Все говорят: ну, путевая структура, вроде ерунда и так далее. Чего же мы эти наши рельс-фермы не заказываем, не делаем? Помните, у нас был вариант, когда был момент, когда мы заказывали у наших партнеров первые наши вот эти рельс-фермы. И, естественно, как бы тот человек, инженер, который ездил проверять, естественно, как бы сделано было, ну, совершенно не то, что нам нужно, переделали, там целая эпопея была, задержка была из-за этого и так далее. Поэтому мы перешли практически к своему производству и со своим контролем, потому что у нас совершенно другая путевая структура. Посмотрите, в середине это изоляция, вот черная линия – это изоляция между плюсом и минусом. То есть у нас по правой и по левой стороне идет ток. То есть у нас токосъем идет через посредством колес. То есть мы снимаем ток плюс и минус с нашей путевой структуры. А естественно, вот эта изоляция черная, которая, она должна быть настолько крепкая и настолько проверенная. И понимаете, для чего я пока? Для того, чтобы было понимание, насколько сколько сделано мелких вещей, которые остались за кадром, за спиной. Вот вам еще один пример, когда идет изоляция рельса от анкерной опоры. Вот вы видите кружочком, и такой колбашечка желтенькая. Это изоляция, но она должна быть тоже проверенная, она должна быть прочная, она должна быть испытанная на энное количество деформаций, сжатия, там, вибрации и так далее и тому подобное. То есть получается, у нас по путевой структуре едет вот наша, в данном случае, это высокоскоростная машина, снимает ток посредством колес, то есть через колеса снимает. Представляете, какая должна быть безопасность в кабине? То есть и кабина должна быть изолирована. То есть идет, посмотрите, какая идет изоляция. То есть изоляция идет вниз, изоляция идет, токосъем идет на колеса, и через колеса идет, то есть там тоже должна быть безопасность, должна быть. Колеса тоже необычные, у нас колеса изменились, и вот вы видите сейчас противосходную систему, вот здесь вот маленькое колесо еще под нашим основным. И наше основное колесо,
это мотор-колесо, но наше основное колесо, оно же тоже изменилось. Посмотрите, вот это таким розовым круглым, это же нанотехнология. Я спрашивал у Дмитрия, руководителя нашего производства, слушай, говорю, а резина вот эта, ну, резина, и резина вроде как бы, ну, и хорошо, 500 км в час, но она же... Я даже не договорил то, что я хотел сказать, он помахал так пальчиком, говорит, не-не-не, Владислав, это не обычная резина, это нанотехнология, эта резина по своим свойствам не уступает металлу, но тем не менее она имеет вот свои показатели, как, ну, грубо говоря, в кавычках, как резина. Понимаете? То есть, что этим делом мы здесь добиваемся? Мы добиваемся шумоизоляцию. То есть, шумоизоляция и состояние комфортное внутри кабины должно быть классное. Ты должен ехать, как вот в современном автомобиле. Ты едешь по трассе, а шума нет от мотора и шума нет от колес. Это в современных таких хороших автомобилях. Я не говорю об автомобилях городских таких маленьких, потому что у них нет практически этой шумоизоляции, потому что она дорогая сама по себе. И поэтому там, когда едешь, там слышны и колеса, и как подшипники, как мотор набирает. А в хороших, дорогих машинах шумоизоляция настолько хороша, что не слышно двигателя и не слышно колес. Слышно только такое очень... Ну, неважно, ладно. Те, кто ездит, те знают. Смотрите, и плюс хочу... Задавался вопрос по поводу напряжения. Вот напряжение у нас здесь идет 1000 вольт. Это слабое напряжение, ну, слабое, достаточно хорошее напряжение, достаточное для нас. И вот еще раз я показываю именно эти изоляционные моменты, которые изолируют безопасность, делают безопасность не только для тех, кто едет, непосредственно передвигается в юнибусе, в юнибайке, но и для тех, кто находится непосредственно на станции, непосредственно в анкерной опоре, может быть, для специалиста. То есть эта система тоже проработана. И проработана она очень серьезно. Ее несколько раз и изменяли, и меняли. То есть то, что делалось за спиной, то, что делается нашими инженерами и специалистами, это невидимая работа, а показывается уже результат. И кажется, что ну что же мы так долго и что же мы так тянем? А потому что отрабатываем все эти мелочи, друзья. Потому что без этих мелочей, без отработки и без четкого понимания, что да, все зафиксировано и это работает, мы не можем выйти на рынок. Потому что если мы выйдем на рынок с недоделанной машиной, и как раньше, если помните, когда приходили первые игрушки из Китая и вещи, они были очень плохого качества, и Китай в первое время зарекомендовал себя как некачественного, да, дешевый, но некачественный продукт. Обувь, которую покупали в Китае, она носилась, ну, не знаю, там, 1-2 месяца, и ее нужно было выбрасывать и покупать новую. Сейчас, конечно, Китай изменился, поэтому мы учимся на ошибках других и делаем то, что должны делать. Помните наш мотор и колесо первое, да, какое оно было? Это фотография с Иннотранса 2016. Вот оно, мотор-колесо. Маленькое, небольшое, три в одном, все внутри. И тогда и тормозная система, и сам двигатель, и само колесо. Но посмотрите, как изменилась на сегодняшний день эта система. Она усовершенствовалась полностью. Посмотрите, мы убрали... Во-первых, мотор стал намного мощнее. Это наш мотор, да? Мне вчера у нас было в Бельгии, Голландии и Франции большое зум-совещание. Там было почти 100 человек. И вот как раз человек, видимо, инженерного склада ума, задавал вопрос по этому мотору, именно по мотор-колесу. Какого оно типа? Магнитного типа? Еще три вида он там называл. Но я ему сказал, что нет, ни первое, ни второе, ни третье не подходит. Это наше мотор-колесо, полностью наша разработка. Со своими моментами, если вы желаете, я могу вам не сейчас просто подробно все это дать информацию. Ну, в общем, мы с ним сконтаковались. В нашем случае усовершенствованное мотор-колесо, да, и где 60 кВт мотор вынесен за пределы колеса. Естественно, он стал соединяться с осью, и мы ушли что? Мы ушли от ударов, колебаний, вибраций. То есть мы усовершенствовали этот именно момент. Это тоже невидимая работа, это тоже работа. И, конечно же, если говорить о преимуществах, я специально вот поставил этот слайд, потому что очень много мне задают вопросов по поводу, и я оппонирую по поводу железнодорожного транспорта, традиционного колеса железнодорожного. Здесь колоссальнейшая... Найдите, ребят, есть такая брошюра, где как раз прописаны
в наших, по-моему, даже брошюрах есть преимущество стальных колес. Наше от традиционного железнодорожного колеса. Там колоссальное преимущество, и оно прописано. Даже вот если вы здесь смотрите, здесь, во-первых, вот посмотрите, какое рыженькое такое. Это пятно качения. И те, кто помнит, видите, вот это Г-образное такое колесо. Те, кто помнит, и те, кто ездили на железнодорожном транспорте, все время болтает эту кабину. Это как раз вот он доходит вот до этого стопорного момента. И плюс вот этот скос. Ну, есть момент. Я не говорю, что это плохое. Нет. Это традиционное железнодорожное колесо. Но мы совершенно другие. У нас совершенно другое опорное колесо. У нас совершенно другое пятно качения, ширина, зона контакта другая. Мы передаем ток посредством колесо рельс. То есть через рельс колесо. То есть мы совершенно другие. И мы не конкуренты. Никаким, никоим образом в Ленинградском Министерстве транспорта в Ленинграде, в Петербурге, у нас была зум-конференция, я выступал и говорил, что, ребят, давайте сразу договоримся, мы не конкуренты ни железнодорожному транспорту, ни трамваю, ни автобусу, ни троллейбусу, ни мы совершенно другие. Мы совершенно другие, мы займем нишу, которую не можете занять вы. Потому что неохватных моментов у них колоссальное количество, где мы можем это сделать. Не говорим уже о Сибири или и так далее. Анатолий Леонидович и его супруга Надежда, колоссальное большое спасибо им за то, что они вот неустанно делают это дело. И даже в этих наших сложных, в этой сегодняшней сложной ситуации с коронавирусом, мы все равно, наша компания идет, немножко замедлилась чуть-чуть, некоторые моменты позамедлились, но мы идем уверенно вперед. Мы идем уверенно вперед. И, конечно, я при встрече с Анатолием Радовичем, когда была возможность до сегодняшних запретов, конечно же, всегда говорили и жму руку Анатолию Радовичу и передаю большой привет Франции, Голландии, Германии и говорю большое спасибо. И знаете, что самое важное? Анатолий Радович всегда отмечает и всегда говорит, инвестора в обиду не дам. Вот не дам, он всегда стоит, вот не, как это не удивительно, он всегда стоит на защите инвестора. Потому что он говорит, единственный человек или единственная персона, кто поверил в мою технологию и внес, неважно какое средство, неважно как, сколько, внес в развитие и в реализацию технологии, это партнер. Партнер, не бизнесмен, который сидит и ждет, или там правительство одной или второй страны, которые ждет и говорят, покажите нам это, ну дайте нам это, ну покажите. Ну когда вот вы сделаете или продемонстрируете, ну ждите, ребята, когда вы сделаете, ну продемонстрируйте, понимаете? Не эти люди. Они не хотят быть первыми, но и не хотят быть последними. Понимаете, о чем речь? То есть простой, обычный человек поверил, вот он что говорит, инвестора в обиду не дам. Это очень большой плюс. И очень большой показатель. Это для исторические факты. Я здесь Инотранс 2016, как раз мотор вы видите. Это подготовка была к Инотрансу. Инотранс потом 2018. Для тех, кто будет смотреть в записи, это высокоскоростная машина Инотранс. Это выставка, которая проходит раз в два года в Берлине. Это высокоскоростная машина, которую мы показали именно в 2018 году. Всевозможные выставки в Индонезии, в разных странах. В Индии, в России мы были. На выставке транспорта два раза показывали одну машину, вторую. И на последней выставке, вот видите, левая фотография внизу, министра транспорта и Медведев как раз присутствовали. И на правой фотографии вы видите, он прекрасно как раз повернулся назад и говорит, что да, то есть узнал нашу технологию тогда и сказал, продвинулись очень хорошо. Очень хорошо мы продвинулись, и 29 ноября 2016 года – это день рождения Юнибайка. Это первый раз, те, кто будут смотреть в записи, те, кто первый раз и первые смотрят, это как раз день рождения и Анатолия Леонидовича тоже, я бы сказал, и наш тоже. Мы первый раз запустили, было колоссально, вот было состояние просто фурора. Я не знаю, радость такая была, и вау, yes, мы это сделали. Мы молодцы, это был самый такой... знаменательный день, там приехало, по-моему, 5 или 6 делегаций, Турция, Израиль и еще несколько стран были именно на запуске, Австралия была еще, да. Вот, мы имеем маленькое производство, но я бы не сказал, что маленькое производство, достаточно довольно-таки хорошее производство, но хочу вам сказать, что именно на этом производстве мы производим все основные детали на сегодняшний день сами.
мы ушли от поставщиков, потому что поставщики все некорректные совершенно, поставляют не то, что нужно. Но хочу вам сказать, что именно этот завод, который мы имеем, или фабрику, это специальное такое, я бы сказал, конструкторско-технологическое бюро. Это не такой большой завод, который может выпускать тысячи, две тысячи, три тысячи машин в сутки. Нет, это бюро с опытно-производством, и которое осуществляет вот этот весь цикл по выпуску комплектующих, потом мы там их тестируем, и там же мы испытываем промышленные образцы, и потом эти промышленные образцы уже готовы в экотехнопарк. То есть это такой производственный цех, который, в принципе, может, но небольшое количество машин наших выпустить. А тогда, когда нам будет, нужно будет необходимость уже в большом количестве, там, допустим, полторы, две, три тысячи автомобилей, машин наших юнибайков, юнибусов, юниконтов выпускать в месяц, там, в неделю, я не знаю, это будут, конечно, большие, огромнейшие заводы, и этот момент уже продуман, и этот момент уже проговорен, и он уже в такой, я бы сказал так, в бизнес, в следующем, следующий шаг. Вчера вот мне на встрече Бельгии, Голландии и Франции задавали вопрос, что первый бизнес-план, вот 15 этапов он как бы есть, а есть ли у вас второй бизнес-план? Есть второй бизнес-план, есть второе видение по второму этапу развития нашей компании, это все есть. И шаг за шагом будет все полностью информация открываться. Информация открываться, открываться, открываться. Вы знаете, что мы немножко сейчас с информацией, как это, прижали немножко информацию, и не вся информация выдается, и это правильно. Потому что, как это, деньги любят тишину. Если так, есть такое выражение. Вот, то есть для этого вот как раз производство мы приобрели вот эти станки, вы знаете, лазерные станки, потому что люди задают вопрос, зачем мы покупаем эти лазерные станки всевозможные, и станки Акум, они же такие дорогие, а потому что мы ушли от поставщиков, которые нам, простите, мы деньги тратим, а нам предоставляют не то, что нужно. Для них миллиметр, два, три или пять, полмиллиметра, это не важно, а для нас миллиметр в миллиметр важен, потому что у нас техника совершенно другая, они не понимали этого и не понимают на сегодняшний день. Поэтому мы ушли от поставщиков, от тех деталей, которые нам нужны, и очень качественные детали нужны, мы делаем сами. Естественно, как бы мы идем дальше и производим оцифровывание транспорта и все, что с этим связано, и используем, естественно, мы используем, и инженеры используют наши современные технологии. Вот вы видите, как раз BIM технология, это создание 3D-моделей, да, И это нам необходимо, потому что 3D-модели на сегодняшний день, а мы уже переходим в 4 и 5D-моделирование, и там происходит контроль качества полнейший, и мы уходим совершенно полностью от ошибок. То есть мы производим уже высокоточные, высококлассные вещи, которые нам просто будут необходимы, и с которыми мы идем дальше и дальше и дальше. Это необходимость просто, это реальная необходимость, даже вот использование DESAL-системы. Я сам был лично на заводе в тот момент, когда, я уже говорил об этом, но повторюсь, когда инженер подошел вот к этому экрану, где я стою, вот рукой, руками показываю, и он просто изменил параметры. И я у него спрашиваю, слушайте, извините, а что вы сделали? Вот сейчас просто интересно. А мы были вот с коллегами, вот видите, коллеги там тоже посещали производство из России, бизнес-коллеги, вот, и он говорит, я изменил параметры, которые изменились уже в системе, и полностью станок сделает именно ту деталь, которая не подошла, а старую деталь как бы мы просто на переработку. Понимаете, о чем речь? Вот о чем речь. То есть мы сразу на месте полностью вот этими технологиями полностью меняем те маленькие моменты, дорабатываем, которые необходимы нам вот для производства новых моделей или каких-то вещей, вот даже возьмем в мотор-колесе, который я вам сказал, который видоизменился, да, и, естественно, мы шагаем со временем и смотрим на рынок, раз на рынке эта система, которую вы сейчас видите, а токен, токенизация и криптонаправление развивается, но почему мы должны отставать и потом тратить колоссальнейшие деньги на это? Нет, конечно, естественно, нам лучше чуть-чуть притормозиться, 1-2, там, допустим, 3 месяца или чуть побольше уделить этому внимание, но быть готовыми и на 100% выйти с этими вещами уже на рынок. И это очень важно для тех, кто не знает, что такое блокчейн-система и Skyway-проекты. Вот найдите,
есть white paper, белая бумага, и начиная вот с номера 9, страницы 52-109, прочитайте, пожалуйста, ознакомьтесь сами, это глобальная блокчейн-структура, транспортная корпорация с блокчейн-инфраструктурой. Ее можно найти или поискать, спросите у кого-то, спросите у своего вышестоящего спонсора, он вам покажет, где это можно взять и где можно ознакомиться. Но что самое главное на сегодняшний день, коллеги, друзья, план развития у нас в нашей компании есть, и этот план развития рассчитан на сегодняшний день на 15 этапов. Конечно, в эти 15 этапов не входили те машины, которые мы с вами сделали, вот Unicar, Unicont и еще некоторые машины. Они вот реальные уже, кстати, очень хороший буклет, вот этот с реальными откидывающимися такими фотографиями реальными. Вот с правой стороны вы как раз видите реальные фотографии. Слева это, конечно, графика 3D, справа уже реальные фотографии. Не все модели были прописаны, и мы, конечно, сделали больше моделей. У нас на сегодняшний день, если я не ошибаюсь, уже порядка более 11 моделей, 14 моделей. Но это была необходимость, которая реально необходима и запрос рынка. То есть рыночный запрос, и мы к нему как бы готовы полностью. И когда коллеги наши спрашивают, почему же мы так долго строимся, почему мы так все долго, но почему так все долго, долго и долго, и когда же мы все-таки выйдем на рынок и сделаем то, что мы за... Ребят, вот специально этот слайд поставил, да? Посмотрите, автомобиль 116 лет. От модернизации до проектирования. Самолет 35 лет, поезд 24 года, а Skyway 2 года от тестовых испытаний до первых пассажиров. Это очень важно. Это очень важно, поэтому каждый год, когда проект Skyway показывает свои результаты, начиная с 15-го, 15-й, 16-й, 17-й, 18-й и 19-й, 20-й год мы уже практически... Первые тестовые испытания в Юникара были в 2019 году, длиной 400 метров. На сегодняшний день, 2020 год, вы знаете, что эта линия уже готова, да, в Арабских Эмиратах, центр испытаний, вот сейчас скажу, в Арабских Эмиратах. И мы перешли ко второй линии, сейчас я дальше скажу об этом. Реальные достижения на сегодняшний день мы можем говорить спокойно о центре испытаний Белоруссии, центре испытаний в Шарже и собственное производство. Центр испытаний в Белоруссии, пожалуйста, центр испытаний, сертификации и показа. Мы там и показываем полностью наши на сегодняшний день 5 трасс, да, действующих. Готовится 6-я, 7-я. И можно, в принципе, и там не только трассы показываются, там же еще испытывается наша техника. Не только испытывается, а инженерный состав докручивает, доверчивает, доделывает, доформирует, допрограммирует все, что как бы... То есть да, стопроцентно отлаживает, вот так я сказал бы. То есть этот наш сертификационно-демонстрационный центр, там мы делаем все, что необходимо перед тем, как выйти на мировой рынок. А в Арабских Эмиратах наши тоже достижения, конечно, и спасибо этой команде. Вот вы видите, первая самая фотография, это вот как раз та команда, которая первые прошли именно этот путь в Арабских Эмиратах, в этой жаре, в 60-градусной, в этом пыли. И вот эти фотографии, они изначально были нарисованы на 3D компьютере, 3D изображением, но правая верхняя фотография, там показана как раз 400-метровая трасса, она на сегодняшний день готова. С левой стороны эко-дом, он тоже уже готов. И мы переходим сейчас к строительству, вот как раз правая нижняя фотография, мы переходим к строительству вот этой трассы, где мы как раз будем испытывать Unicont. Вот вы видите, Unicont сверху из станции выходит, и Unicont подвесной вариант, навесной и подвесной вариант. И вы видите, за Unicontом выходит как раз наш Unibike. Там, по-моему, порядка трехсекционный, то есть, соответственно, он больше побольше пассажировместительности. Но в основном эта трасса рассчитана на вот для испытаний Юниконта. Юниконт – это машина, которая перевозит контейнеры. И вот вы видите как раз анкерные опоры полукруглые. Именно эти анкерные опоры и имеют соединение, теперь болтовое соединение. Это по ГОСТу Арабских Эмиратов и по состоянию всех погодных, климатических, болтовое соединение самое прочное на сегодняшний день именно для Арабских Эмиратов, да и вообще для, я думаю, что мы эти соединения, Анатолий Владимирович принят решение уже использовать в нашей системе
так, как использовали наши деды, да, как, так как я вам рассказывал про мосты в Петербурге нашим Петром Первым сделанные. Реальные фотографии из Арабских Эмиратов, очень много информации, качественной информации, правдивой и корректной информации идет из Арабских Эмиратов и из наших источников. Не нужно брать информацию, которая не проверена или где-то источник не, как это, непроверенный источник, нужно брать четкие наши источники, и о том, что у нас в Арабских Эмиратах происходит постоянно, мы видим на наших YouTube-пространствах или пространствах интернета, но еще и плюс, вот последняя информация, радио плюс, да, плюс 95, где наш руководитель Олег Зарецкий выступил, и очень хорошо, те, кто не слушал, или те, кто, я бы так сказал, те, кто владеет английским языком, послушайте, очень хорошо и очень красиво он рассказывает корреспондентам о нашем экотехнопарке. Кстати, корреспонденты эти оба были в Шарже, я имею в виду, Шарже, в испытательном центре, и они сняли там маленький ролик, и этот ролик висит в интернете, по-моему, в Инстаграме, я его скачал себе, он у меня есть такой этот ролик, я сейчас сегодня его не включал. Вот. Большое спасибо Хусейн Махмеду Аль-Махмуди, это руководитель центра в Шарже, можно сказать, директор, вот так. И вы знаете из новостей, он как раз вот буквально недавно встречал делегацию, бизнес-делегацию из России, которые приехали специально в Шаржу, в наш центр, посмотреть на все, что там происходит. Да? Им было очень интересно именно из первых рук это узнать, и почему-то не... Ну, так устроены русские бизнесмены, им нужно узнать именно от кого-то другого о нашей технологии, чтобы тот тоже подтвердил, что все хорошо и все правильно. Окей. Собственное производство, я уже говорил, прекрасное производство, маленькое, небольшое, но довольно-таки сильное производство. Я бы сказал так, специальное конструкторское технологическое бюро, вот так. Вот. Оно у нас очень четкое, и на сегодняшний день там работают прекрасные инженеры, уже отлаженные, такой костяк рабочий, и за это, конечно, за нас, именно за это направление я очень горд. Вот. И на сегодняшний день я очень хорошо и как-то с таким сорвением жду, когда же Unicont наш до конца будет изготовлен, потому что прекрасная машина. Это не только машина для перевозки контейнеров, но еще и рассчитана, есть вариант пассажирский вместо контейнера, поэтому будет универсальная машина. И эту машину ждут, конечно, в Антверпене порт тоже, как только эта машина будет готов. Вот вы видите, Кристиан, Кат и я, мы были в Антверпенском порту. Для тех, кто не знает, вот с левой стороны это офис Антверпенского порта. Очень красиво сделал французский дизайнер в виде корабля. Вот видите, там с левой фотографии наверху, внизу здание 17 века, его не сносили, так и оставили. Это старое здание порта, так оно осталось. А сверху пристроили вот такое офисное здание именно инженеров и сотрудников порта в виде корабля, очень красивое. Вот они ждут прекрасно это производство Unicont. Вот как раз вы видите фотографию, мы с коллегами посещали именно, были Владимир Маслов, вот видите, я, Кристиан Кат и Марк Маслов, мы были именно в порту, полностью смотрели, где какие проблемные места есть. Потом мы очень много и очень долго говорили, очень много всего переработали, перетрансформировали, В общем, работа ведется в этом направлении, они ждут именно Unicont. Эту фотографию я уже показывал, но скажу, это был мой вопрос, я задавал им вопрос, была ли компания, которая предлагала, да, была компания, энное количество лет назад, они предлагали им контейнер разгружать вот в такой туннель под землю, и в земле посредством вот таких вагончиков и натягивая канат передвигать контейнеры под землей и потом их вытаскивать наружу. Но это, конечно, колоссальная работа, и они на это не пошли, тем более, что стоимость этого проекта была 40 миллионов за 1 километр, только первоначально расчетная, а реальная была, по-моему, порядка 70. То есть колоссальная, потрясающая такая система, совершенно неподходящая для порта, но тем не менее вот такой компания Denez. Вот, Denez компания, было такое предложение. Вот. Поэтому, друзья, та технология, которую мы с вами делаем, она очень актуальна, и это прорывной скачок в будущее, не только скачок человечества на новый уровень развития, но и в сфере коммуникации и бизнеса это точно. Мы на втором уровне, и тот, конечно, то, я бы сказал так, плохое
или как это, глобализация, или такая урбанизация, которая происходит, нехорошее состояние на планете, говорит о том, что в ближайшее время 68% городского населения будет, конечно, в тупике. И это уже не в ближайшее время, я думаю, что в ближайшие прям годы, 1-2 года, потому что состояние очень критическое, и все это понимают, а выход только один. Почему именно вот Unitsky String Technology? Да потому что действительно вариант бесспорный, беспроигрышный, легкий по затратам, по конструкциям и оставляет землю, во-первых, в первозданном виде, не изменяя ее структуры. Во-вторых, у нас прекраснейшая философия, очень светлая философия у самой технологии. Да? Вы можете ее найти, где время, комфорт, экологичность и безопасность все вместе, прочитайте ее философию. И, конечно, мне очень умиляет еще один момент, что у нас есть, и он очень сильный, вектор эволюции технологии SkyWay и вектор развития, да, где мы сохраняем окружающую структуру и развиваем, как преобразовываем сферу транспорта. То есть сфера транспорта и передвижения вообще переходит в совершенно другой уровень. И не говоря уже о комфорте и скорости, да. Практически реализации мы можем на сегодняшний день, вот та информация, которая открыта, говорить вот об этих двух вещах, об экотехнопарке и об инновационном центре в Шарджи, это реальные вещи, это официальные, корректные, реальные вещи. Следующие вещи шаг за шагом будут открываться, мы будем про них говорить. Дальнейшее развитие нашей технологии прописано и есть в бизнес-плане следующем, но вот вкратце вы можете посмотреть здесь, мировой центр SkyWay в Дубае, линейные города вдоль наших дорог и Transnet, конечно. Ну и следующая, последняя стадия – это SpaceWay. SpaceWay, кстати, это очень серьезная вещь, и она очень задевает тех, кто глубоко мыслит и глубоко видит, особенно партнеров наших последних и бизнесменов, всех задевает это очень серьезно. Поэтому план развития нашей компании на 15 этапов, он уже практически подходит к концу. Этот первый, мы сегодняшний день на 14 этапе, все мы прекрасно об этом знаем, да, это последний, предпоследний этап. Что нам нужно сделать на этом, на 14 этапе, чтобы перейти на 15-й? Нам нужно построить мы можем перейти, конечно, в следующий этап развития, но это будет некорректно по отношению к бизнес-плану первому. И поэтому нам нужно завершить 15 этапов первый и перейти ко второму, открыть дверь, можно сказать, в следующий этап развития, колоссальнейший этап в развитии нашей компании. Хотя, если честно, вам скажу, что эту дверь мы уже открыли и в нее уже делаем там дела, но предыдущие дела 15 и 15 этапа нужно завершить. То есть нам нужно построить высокоскоростную трассу. Где это будет? На сегодняшний день есть три варианта, я не буду их называть, информация закрыта, информация прорабатывается, варианты проработаны. Теперь осталось только дело за малым, за решением Анатолия Леонидовича Юницкого и еще за маленькими моментами, которые дорабатываются. Поэтому в ближайшее время мы узнаем, если все-таки такое решение будет принято, где именно, то за строительством дело не постоит, потому что все полностью по технологии у нас отработано. Технология строительства у нас отработана. Вот, реальные достижения, можно говорить, вот центр испытаний в Беларуси, центр испытаний в Арабских Эмиратах, собственное производство. И о перспективах тоже, меня всегда спрашивают о перспективах, можно четко говорить о дивидендах, обратном выкупе и долей. И, конечно же, очень важно, это выход на биржу. Вот, дорогие друзья, потенциал проекта великолепен. И большое-большое огромадное спасибо Анатолию Леонидовичу Юницкому. Большое огромадное спасибо его супруге Надежде. И большое огромадное спасибо всем партнерам, кто все-таки на сегодняшний день остается и верит в проект и делает все для того, чтобы изменить ситуацию на планете посредством нашего проекта, потому что наш проект меняет все полностью. И, ну, если человек, который профинансировал и желает, допустим, просто посидеть, посмотреть, окей, это его решение, но те люди, которые присоединяются к нам на сегодняшний день, их очень много, я очень рад, что люди все-таки не стоят на месте, не сидят на диване, а видят перспективу и хотят изменить эту планету в лучшую сторону. Поэтому большое спасибо и нам, и партнерам, и всем тем, кто продвигает эту технологию и рассказывает об этой технологии. И, конечно, спасибо Анатолию Леонидовичу Юницкому за его вот это долгое и хорошее такое, как это сказать,
не рвение, а как умение вести проект, да, умение вести проект на таком должном уровне. Вуаля. Так, теперь нам нужно уйти из экрана, да? Сейчас мы уходим из экрана. Я надеюсь, что, коллеги, вот у нас 10 человек осталось, да, прямо у нас сейчас Алексей Суходоев тоже начинает вещать уже свою. Но хочу обратную связь, чтобы дали. Напишите мне, пожалуйста, потому что я включал сегодня демонстрацию экрана. Напишите, пожалуйста, как у нас было, все ли было ли хорошо, все ли было ли видно, все нормально было. Ольга, все отлично, да, все. Потому что я себя не видел, так чуть-чуть как-то паром глазом, но тем не менее мы выкрутились. Пока Мирополис у нас, пока виртуальная вот эта комната работает, ну, так, как она работает, но тем не менее, видите, мы через демонстрацию экрана все-таки я донес то, что хотел донести. Поэтому, друзья, до следующего раза, всех вам благ. И в следующий раз приходите, зовите друзей и коллег на презентацию. Следующая презентация у меня будет вечером. Я постараюсь более красиво и более обширно еще под другим ракурсом рассказать о нашей технологии. Хорошо? Все, коллеги, друзья, всех нам благ. Всем спасибо большое. И я поставлю анонс видео Анатолия Адыча Юницкого. Книга, его вышла книга, прекраснейшая книга. Я ее заказал и вот хочу ее вам показать. Можно через интернет ее тоже заказать, друзья. Прекраснейшая книга, называется «Инженер». Да, всем тоже спасибо. Ольга, спасибо. Валентина, спасибо. Герман, спасибо. Даша вот здесь. Или Даша, да, по-моему. Спасибо. Всем тоже спасибо. Я вижу Валентина, Герман, Надежда, Ольга, Сергей. Всем спасибо. Всем огромное спасибо. И до следующего раза, друзья. Все, удачи всем. Если все-таки есть такая возможность заказать вот эту книгу «Инженер», заказывайте книгу, читайте ее, прекрасная книга. Я ее просмотрел в интернете и понял, что эта книга должна быть настольная, должно быть. И при возможности, может быть, даже подписать ее у Анатолия Эдуардовича Юницкого в знак, ну, такой, ну, не благодарности, а как бы просто в знак того, что вы были знакомы, я был знаком, все мы были знакомы с этим прекраснейшим человеком Анатолием Эдуардовичем. Все. Всем пока, всем счастливо, до следующего раза. Следующий раз у нас, по-моему, 23 числа. Смотрите в личном кабинете, там есть расписание, там как раз все полностью расписания наших вебинаров есть. Все, пока, всем удачи, пока.